В преддверии нового учебного года власти края озадачились проблемами школ. Так, накануне они посетили несколько образовательных учреждений и оценили их состояние. Одна из школ находится в селе Тюменцево. Она единственная в районе, где дети больше 600 человек вынуждены обучаться в две смены. С каждым годом количество учеников возрастает, а вместительность учреждения ограниченная. Кроме того, в ближайшее время сюда планируют привести еще 100 детей из местной коррекционной школы. Педагоги и чиновники района попросили краевых властей расширить школу. Когда вы сказали подождать год-два, вот вы знаете, это вообще время так бежит, что 2 года мы даже вот без проблем. Мы вообще как бы вообще. Думали, 5. Иван Иванович, год-два прозвучало. Как решится судьба тюменцевской школы, а также о проблемах других образовательных учреждений в вечернем выпуске.